меня вот такой будет поздний ужин. Это прям очень вкусно, друзья. Прям, если у вас хороший мед, такой вот какой-нибудь цветочный, вот липовый, я во вкус пил, купил. Ну, более-менее вкусный, легкий сырочек, но лучше маздам. Больше всего вот подходит маздам с дырками такими. Вот его хорошо, прям с медом. Грецкий орешек такой вкусненький. Опа. Гречишный? Ну, нет, не гречишный. Я люблю цветочный. И чаечек такой с травами. И все. Так. Друзья, осталось 2 минуты. 2 минуты, и мы пойдем. Вкус Вилл, классный магазинчик. Ну, там, да, можно купить. Можно купить вкусняшек. Неудачник. Блокируем таких сразу. А, гречишный чай крутой. Не знаю. Котлета по-киевски. Ну, котлета по-киевски. Спокойной ночи, Поля. У тебя BMW X5 с номерами 555. Номера 555 у меня остались, а вот BMW X5 мне сожгли. Теперь Nissan с номерами 555 ездит. Береги себя. Спасибо. Салам из Казахстана. Давай. Удачи тоже. На масленицу? Что на масленицу? Как сожгли? На масленицу сожгли? Ну, так сожгли. Ваши любимые ведущие. Ваши любимые ведущие. Апарты игровые на поселке Калинина ты держал. Ну, на поселке Калинина, да. Был у нас клуб, но его мы закрыли. Нас закрыли уже после того, как я ушел. А так мы там крышевали, крыши строили там. Привет из Самары, красавчик. Все, друзья, 0-0-0, всем пока. Давайте, завтра, может быть, мы встретимся. Спокойно.